Конкурс «Поверь в себя» – традиционное испытание для Пушкинского университета. Оно является отборочным этапом, который позволит определить кандидатуру участника на состязание областного масштаба – студент года. Участие в конкурсе – дело почетное, а потому на сцене в этот день самые лучшие представители всех факультетов. Финал этого конкурса – это всегда яркое, запоминающееся событие, которое ежегодно в очередной раз позволяет нам убедиться в том, какие талантливые и креативные студенты учатся в нашем университете. Но, во-вторых, сам формат конкурса, его название «Поверь в себя» отражают одно из главных человеческих качеств – веру в себя. Ведь действительно, поверив в себя, человек может стать успешным человеком. В этом году организаторы сделали особый упор на словесную составляющую конкурса. Рассказ о себе в начале, полемика и дебаты в середине шоу. Что-то было заранее подготовлено, что-то проходило экспромтом прямо на сцене. Организаторы ежегодного конкурса постарались сделать испытание многоплановым, чтобы каждый участник смог проявить свои творческие способности. Готовились сложно, все подбирали, старались. Без помощи, конечно, не обошлось, но вот сейчас волнуемся, но надеемся, что все будет в порядке. Кстати, именно Янине Прибытко, студентке физико-математического факультета, улыбнулась удача в этом году. Девушка представит университет на областном этапе состязания.